25-й тур первенства ФНЛ – последний перед зимним перерывом. Ивановский текстильщик провел его на выезде. Соперником красно-черных стал футбольный клуб «Шинник». Команды уже встречались летом в первом круге турнира. Тогда игра завершилась ничьей – 1-1. На этот раз иначе. «Шинник» открыл счет на 39-й минуте, удвоил преимущество с пенальти в начале второго тайма. А за несколько минут до финального свистка в сетку ивановцев угодил третий снаряд. И хоть согласно официальной статистике игры и владели мячом, и атаковали команды примерно на равных, реализации или же спортивной удачи красно-черным не хватило. Итог встречи 3-0 в пользу хозяев. На минорной ноте текстильщик завершает летне-осеннюю серию игр. Ну, эта игра, наверное, такой итог. Все-таки в этом сезоне много таких мы совершили вот ошибок, да, вроде бы. Где-то пытались играть, понятно, что для этого времени года поляна очень хорошего качества, вот, но все равно свои такие моменты носили. Но вы видели, мы старались переломить хоть встречи, но, к сожалению, «Шинник» сегодня очень хорошо в обороне играл, и поэтому не так много мы создали во втором тайме моментов.